Всем привет, с вами Клонова Аня, и в этом видео я вам хочу показать свой небольшой, но очень классный дозаказик новинки каталога, получается, 17. Слушайте, а 17-го ли это? Наверное, 16-го. Я уже запуталась, где новинки, где нет. Нет, это 17-й каталог новинки. Итак, первое, что хочется показать, это вот такой вот ночник. Вот он так выглядит в каталоге. Стоит, 329 рублей. Но еще для зарегистрированных минус 20%. Я думала, вы знаете, ну ночник как ночник. Ну что тут на 300 рублей можно такое сделать мега крутое? Но он до такой степени классный, суперский. Посмотрите, какой он оказывается большой. Тут такая маятник-мышка приделана. Да, то есть все сделано в принципе для декоративного ночника. Очень даже здорово. Тут горят лампочки, они в темноте светятся, в принципе, очень хорошо. Я в Инстаграм показывала в сторисах. Вот, кто на Инстаграм подписан, отпишитесь мне, пожалуйста, снизу под этим видео, подписаны ли вы на Инстаграм, потому что там, в принципе, все новинки выходят у меня на неделю раньше, чем я снимаю на YouTube. Ну, потому что на Инстаграм сторисы, по идее, прощают все. А тут тоже такая, как бы, губочка идет, да, то есть интересно так прилеплена. А морковка у нее идет, ну что-то типа объемной цепи или как это даже, я не знаю, назвать. В общем, классная, никаких нареканий нет. Тут был такой между, да, то есть такая пластмасска, да, вставлена, ее выдергиваете, нажимаете тут на кнопочку, и он загорается. Горит он довольно-таки ярко, если в комнате темно, и мне он очень понравился. Значит, это ночник декоративный, он крепится к любым ровным поверхностям, не нагревается, можно переклеивать на новое место его несколько раз, и также материал идет картон, ПВХ, источник питания, 3 светодиодных диода. Элемент питания — это батарейка. Она входит в комплект и размер 23,5 на 16 на 1 сантиметр. И вот тут даже указано, как эту батареечку менять. Да, вот хорошая вся аннотация есть. Указано, что тут нужно, как способ применения. Вот, ночник можно переклеить на новое место, так как клеевая основа предназначена для многоразового использования. С осторожностью используйте ночник на бумажных и пористых поверхностях, там обои, побелка, краска, то, что он может выдрать это все, да. Вот, по идее, ночник действительно суперский. Вика его уже хочет, поэтому я уже начала срочно снимать видео. Артикул у него 119,66. Я вам могу сказать, что как новогодний подарок это будет здорово, увлекательно. Единственное, что не пускать это дело на самотек, а дабы ребенок бы не испортил обои, да, если вы его будете дарить и своим детям или еще чьим-то детям, обязательно предупредите, а то вот потом дырка в обоях, и вместо радости получится негатив, да, то есть, а так вообще начни классный. Такая мышка туда, зазнайка. Ну, год металлической мыши у нас с вами будет, поэтому, конечно, здорово. Далее, вот такие вот наклейки. Стоят всего 159 рублей. Вы знаете, я подумала, что они какие-то будут маленькие, но они действительно огромные. Размер 30 на 40, материал ПВХ. Они подойдут, в принципе, тоже клеиться они могут на все абсолютно. И тут тоже, как вы видите, идет крутая аннотация, артикул 118.95. Как они клеятся, на что они клеятся, да. То есть мы их будем клеить на окно. На окно, скорее всего, на кухню, потому что Вики на окно полностью склеена наклеечками с прошлого года. Мы их не убирали, потому что она не захотела, чтобы мы их убирали. Кстати, где эти наклеечки? Вот этими наклеечками за 199 рублей по цене каталога, артикул 116.28. Ей не так понравились до такой степени. Они тоже такие объемные, красивые, блестящие. И мы их с прошлого года так вот и протирали окно вместе с ними. Они до сих пор не отпали, с ними ничего не случилось. Вот, поэтому, конечно, классные. А вот эти наклейки, они простые, они не объемные. И мне кажется, если с ними протирать стекло, то они со временем тоже как бы и затрутся, их проще убрать. Но они классные, они суперские. Вот, поехалите с вами дальше. Значит, это у нас пойдут такие вот новиночки.
Так, сейчас я их прям в каталоге найду. Каталог такой суперский. Смотрите, какие одежды для мальчика. Я так и сына захотела еще в два раза больше. Ну уж кого Бог послал. Бог мне послал двух девчонок, красавец. Так, это для девчонок у нас тут будет новинки. И вот смотрите, чего раньше не было в наличии, сейчас оно появилось. Поэтому я вам это с удовольствием показываю. Ну, во-первых, вот такая вот. Так, сахарницу я вам позже покажу в каталоге. Вот такая вот бутылочка. Вика из нее уже попила, как видите, в ней есть вода. Мы ее уже помыли, ей отдали, она играла, пила из нее. Как раз она начала заболевать, нужно было пить как можно больше воды. И так как эта баночка классная, она у нас очень много выпила. Этого с брусничкой настоя. И мы очень рады, что она так вовремя нам пришла. Обычно мы ее с горем пополам поим, а тут, знаете, вот прям в тему, да. Значит, стоит эта бутылка для воды. Так, 450 миллилитров. Материал пластик, поликарбонат, крышка АБЦ пластик, силикон, размер 7×7×16, артикул 118-48, 699 рублей. Вот такая вот бутылочка, минус 20% от цены каталога, не забывайте. И чем она хороша? Тут у нее все прорезиненное идет, она идет герметичная. То есть что-то брать с собой, это здорово, вообще суперски. Вот, такая красотка. Я вообще рада, что такая бутылка появилась. Знаете, вот действительно у меня ребенок ни за что бы не стал пить толченую клюкву. А тут она прям с удовольствием ее выпила. Вот, далее термос Monsters 300 миллилитров. Вот такой вот маленький. В нем можно, мне кажется, не только горячее, но и холодное. Тут тоже все прорезинено, все очень плотно. То есть вы его можете положить на дно сумочки. И на дне сумочки уже оно у вас не прольется, ничего. Он тоже очень веселый, из него прикольно пить. А, тут, кстати, вот нету этого, да, стаканчика, еще чего-то, да, к чему мы привыкли, что он в термосе есть. Он такой железненький идет. Значит, нержавеющая сталь, пластик, силикон. Размер 8×3, 8×3 на 15 сантиметров. Артикул 118,05, стоимость 1199. Вот, также тут идет такая вот подставочка. Во-первых, когда вы его ставите, он у вас не стучит с этой подставочкой. Во-вторых, тут скапливается конденсат, когда вы наливаете кипяток, да, и конденсат легко выветривается, если открывать. Да, то есть тоже очень удобно, оно ставится назад довольно таки прочно, оно не будет выпадать, вы нигде это не потеряете, если вы все четыре воткнете, да, то есть ставится оно, ну, хорошо, а без него было бы, конечно, звонко. Такие классные ушки, и хочется трогать и трогать. Крышечка тоже что-то типа прорезиненной, а вот эти совсем резиновые, да, классно. А тут вот железо. Вот, тоже хорошенькая, приходит в такой упаковочке, поэтому это будет и в дом классно, и как подарок классно, да, вот у меня сейчас ребенок ходит на всякие различные кружки везде, она у меня вообще очень любит что-нибудь пить постоянно, и вот эту с собой взять, оно не замерзнет на морозе, да, то есть и ребенок всегда будет пить все теплое. А далее у нас с вами пойдет вот такой вот термос, ну этот вообще красота, согласны, такой девчачий, девчачий, милый. Милый, да, с собой в школу классно. У меня Катя его захотела, этот термос, 19 лет малышке моей, да, то есть тут все очень удобно, да, то есть нажимаете, откручиваете, можно так наливать, нажмете, или можно так открывать, да, то есть прям, да, то есть вот видите, тут открывается и можно так наливать, или закрывается. Все, и тут уже плотно идет, можно открутить, налить. То есть, как вам хочется. Ну, я бы Катю спросила, как ты этим будешь пользоваться. Она говорит, ну, если я с собой возьму чаек, да, говорит, чтобы чаек там в столовке не покупать, да, сами знаете, какой там чаек в столовке. Вот, то я, говорит, так просто бы из горлышка, говорит, попила, или бы взяла с собой соломинку. То есть, таким вот образом она меня характеризовала. То есть, очень-очень удобно.
Эта штучка, мне кажется, она уже подойдет как стаканчик, может быть, но ее никуда не поставишь, ничего, поэтому это, наверное, просто как декор. Или, может быть, даже как стаканчик, не знаю. Тоже цена 1199, как вы видите, да, вот в каталоге она такая. Вот тут, в принципе, вот эта вся линейка, она до такой степени няшная, классная, я прям не могу. И вот такая вот упаковочка тоже хорошенькая. Под подарок вообще шикарно, что своим детям, что с детям своих друзей. Вообще классные подарки, просто суперские. Ну и далее вот тут вот скромно-скромно в уголочке, да, виднеется термос. И вот этот термос, он тоже как бы прикольный, согласны со мной. И он идет как до 5 часов сохраняет тепло, в принципе, как и все термосы. Также идет силиконовая вставка на дне, обеспечивает антискользящий эффект. Материал нержавеющая сталь, пластик, силикон. Размер 7 на 3 на 8 на 6 на 25 сантиметров. Артикул 118-28, цена 1199. Ну, он такой парнячий. Что удобно, тут есть петелька, да, в предыдущем комплекте тут такое сердечко. За сердечко держать, тут же ребенок может вот так вот взять, да, и вот так вот ходить с ним. Тоже как бы классно, да. Такая же крышечка у него идет. Тут все очень хорошо прорезинено. Так, а тут пластмасска, а тут резиночка. Угу. То есть, ну, есть, конечно, отличия. Да, все прорезинено, но тут тот же самый клапан. Все так же интересно, то есть закрывается, открывается, да, то есть закручивается, откручивается, то есть как вам хочется. То есть так можно открутить целиком, в общем, как вашей душеньке угодно, да, и там что-то на дне есть. А, там это, от влаги, пакетик, угу. Пакетик от влаги, ну все, да, то есть ну, вот такая вот штукенция прикольная. Угу. Вот, закрыли. Вот, поэтому, конечно, да, классный. Ну, и коробочка к нему вот такая вот идет. Тоже весьма симпатичная. Поэтому для мальчиков на подарок тоже будет очень даже круто. Вот такой вот набор красотищ. Ну, и вот еще банка для хранения сладостей. Материал стекло, размер, высота 15 сантиметров. Так, диаметр 10,5 сантиметров. Объем 650 миллилитров и артикул 119.06. Оно приходит в такой вот обычной коробочке, поэтому если будете дарить его, то лучше, конечно, заказать или пакетик Faberlic, или может где-то в магазине какую-то обмоточную пленку под него, да, его уже в такой коробочке сложно будет подарить. Он приходит, кстати, вот в такой пленочке, чтобы не разбить ничего, поэтому тоже как бы все здорово. Он открывается очень туго. Вот, я, ну, как бы усилия прилагаю, чтобы он открылся. Тут, в принципе, все герметично. И вот и меня, знаете, что прикололо? Первая мысль. Ах, закрыла, да? Первая мысль. Сидит ребенок за столом, видит на столе какую-нибудь горку сладостей и не откроет без вас. Никак, никаким образом, да? Издевательство над детьми. Вот соберешь игрушки, тогда получишь. Да, то есть, ну, действительно туговато, герметично получается, да, то есть, ну, только для взрослых. Мне кажется, ребенок до 6 лет точно это не откроет. Да и в 6 лет спорный вопрос, но в 7-то уж точно должен открыть. Как бы тут не так уж прям вообще туго. Но очень классная, очень красивая, кстати, вот так она внутри смотрится, да, то есть, прям великолепная. Все ровненько, без всяких там изъянов, без всего. То есть, как бы никаких нареканий вообще к продукту нету. То есть, все на высшем уровне. То есть, она, я так понимаю, герметичная, не пропускает ни воздух, ничего. Все, что вы туда наложите, оно, во-первых, не будет пахнуть, а во-вторых, не будет впускать в себя какие-то посторонние ароматы, да. То есть, ну, прикольно. Даже вот это же какое-нибудь песочное печенье туда сложить, и оставить, если придут гости. А потом, когда гости покушают, да, какой-то чай, еще что-то, можно таких вот 2-3 штуки выставить на стол, открыть, и печенье уже там, конфеты, еще что-то не напитается какими-то посторонними ароматами. И, конечно, очень прикольно. Рука у меня сюда влазит, мужская не войдет, но женская довольно-таки легко войдет, да, как вы видите. Удобно, как бы. Мне кажется, даже как сахарница, она будет очень красиво дополнять любой
да, любой интерьер, потому что под все подойдет. То есть классная такая, симпатичная, хорошая. Вот, ну, в принципе, все. Это мой мини-дозаказик. Ой, нет, не все. Так, значит, заказала я 5 штук средств для ванной. Вот таких вот еще в коробке у меня рядом стоит. Я же не вижу. 2 недели мы вообще без этого средства живем, потому что я забыла его заказать. Вот меня постоянно спрашивают, куда вы деваете продукт. Ну, блин, ребят, куда я его деваю? На ванну, порошок на стирку и так далее. Артикул 112.20. А, хорошо идет оно у нас, мы им не только ванну моем, еще что-нибудь можем помыть, да, то есть никакого нарекания продукта нет. Тут есть крышечка, на которую нужно надавить, щелкнуть, только после этого оно откроется. Вот, тут в составе, да, то есть вот оно такое. У него не совсем приятный аромат, там в составе идут какие-то натуральные щелочи, поэтому вот, конечно, им я советую мыть только в перчатках. Пусть оно натуральное, биоразлагаемое, экологически чистое, но все равно перчаточки вам не помешают. Да? То есть вот значок есть, что оно биоразлагаемое, но все равно тут в составе есть, да, то есть павы на основе кокосового, кислоты, да, то есть видите, как муравьиные кислоты, да, кислота щавелевая, кислота лимонная, кислота гликолевая, то есть, ну, как бы средство хорошее, классное, ванна сразу белеет, но все равно лучше в перчатках. Артикул 112.20, пользуюсь им 5 лет. Ой, вот если честно, оно, это средство, оно как бы универсальное. Оно еще идет плюсом антибактериальное, да, то есть средство для унитаза закончилось, я могу этим средством для ванной попшикать. Попшикать, потому что тут у нас есть специальные спреи, дозаторы, которые отдельно продаются. Они очень дешевые, да, то есть прикрутил один раз, ну, на год, может, этого дозатора хватит, потом он или что-нибудь отваливается, или мы его теряем, или еще что-нибудь, да, то есть один потеряли, один отвалился, ну, в принципе, и все за 5 лет. И еще у меня мама возжелала набор для дома. Вот такой вот он красивый. Значит, штаны, кофта и халат. Боже мой, забыла, как называется. Представляете? Ну, у меня такое часто бывает. Да, то есть это вот я сейчас, кстати, хожу вот в платье таком вот темно-синем. Ну, конечно, Алиса. Вот, в платье хожу, таком вот темно-синем, оно мягкое к телу, оно классное, в нем не холодно, не жарко, рукавчики 3/4, в общем, длина отличная, нагнешься, ничего не видно, V-образный вырез тоже, нагнешься, ничего не видно, но я вам уже его снимала в обзоре, он очень удобный. И вот в этот раз я заказала маме вот эту всю тройку, да, но халат отправила на возврат, потому что в предыдущем обзоре вы, наверное, видели по домашней одежде, что почему-то серый халат, размер 50 мне мал, а серый халат, а розовый халат, розовый меланж размер 50 мне как раз. То есть серый халат я отдала дочке носить свой, она довольная носит, да, на 46 размер, а свой 50 я отдала на 46, на ней хорошо, а вот этот 50 я оставила себе, и он мне нормально. То ли это был какой-то пересор, то ли что, я сейчас как бы особо не понимаю, но все равно как бы хотелось бы какой-то ясности. Я пока что написала вот в обратную связь, но пока что ответа не было. Вот, на момент этого видео. Ну, я и написала всего час назад, догадалась. Вот, значит, джемпер из рельефного трикотажа я маме заказала. XL размер 50, то есть я вам его уже, ну, как бы показывала. Точно-точно такой же джемпер, только как платье, только по пояс, да. И вот эти штаны, брюки мы снимали. У Кати есть такие брюки, и вот свекровушка захотела, да, получается. То есть и халат я сразу же на пункте выдачи попросила его забрать. Я его не стала ни распаковывать, ничего, потому что уже 52-й маме идет. Вот она ко мне в следующий раз приедет, а ей будет вот такой вот подарочек. Вот это вот троечка. Она вообще любит комфортную домашнюю одежду. Она говорит, вообще на зиму классно. Даже, говорит, на балкон выбежать не простынешь. Говорит, ну, в общем, набор, говорит, ей нравится, что стильно, удобно, уютно, многофункционально. Говорит, жарковато, халат снял, ходишь вроде как. Все равно, говорит, как стены леди. В общем, ей понравился этот набор. Мне он, кстати, тоже, я на него смотрю, очень понравился. Вот, поэтому, конечно, маме я заказала. Ну все, теперь точно все. Всем пока, мои дорогие. С вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн.
и мой заказ. Ну вот смотрите, на 8000 получается у меня заказ-то, да, получился. С ночником, со всем. Ну, у меня тут что много, почему 8000? Средства чистящие для ванны у меня тут, видите, 10 штучек стоит, да? А я что, 5, наверное, сказала? Ну, у меня привычка просто 5 говорить. А так вот, да, что и за средства. А так вот все помаленьку, все по чуть-чуть. Да, то есть и получается один халат на возврат я перезаказала на другой, более на 52-й. И себе серый 52-й заказала, и маме серый 52-й. Но мы с ней отдельно живем в разных городах, поэтому я думаю, ничего страшного, если у нас будут одинаковые халаты, да, то я предупреждаю ваши вопросы. Ну все, всем пока-пока. Каталог классный, новинок много, просто огромное количество новинок. Я очень в восторге, особенно в восторге больше всего, конечно, мне запомнился вот этот аромат валькирия, если честно. Вот эта валькирия, она просто вот мне закралась в душу. Я сейчас начала другую парфюмерную воду, да, Renato Secret. Она мне тоже очень нравится. Но вот это вообще мое сердце покорило. Кто-то пишет, что Викинг невкусная, да, парфюмерная вода. Но, если честно, не знаю, мне и то, и другое понравилось. И причем понравилось так не слабо. Я просто вдыхаю и кайфую. И у меня есть девчонка знакомая, с которой у нас вкусы абсолютно разные. Вот представляете, вообще разные вкусы. И ей эта валькирия тоже понравилась. Я говорю, ба, чтобы нам с тобой один аромат понравился, такого не бывает. Вот так она представлена в каталоге. Викинг и Валькирия. Есть просто суперский ролик. Вот, у меня с этим роликом получился казус, я его закачала в свой инстаграм и написала. Очень, что-то типа, очень неприятная парфюмерная пара. А мне пишут, почему неприятная? Мне очень приятная. Я думаю, а почему мне так пишут такие комментарии? А потом я поняла, что у меня откуда-то не. Вот этот Т9, который пристает в ненужные моменты, ну просто ужас, просто ужас. А вот даже смотрите, тут есть ароматизированная страничка. Не знаю, только по России такие каталоги или нет, но сейчас пошли еще ароматизированные странички, что тоже очень-очень приятно. И, кстати, парфюм аромат передан уже, когда он раскрывается, да, вот этот аромат, который не бьет в нос, а именно вот раскрывается. Кстати, вот эта Рената мне тоже нравится. И вот эта Рената, значит, у этой, у моей любимой Ренаты 3047, а у вот у этой Ренаты 3030, а вот Викинг и Валькирия, они будут как раз через несколько дней, 25 числа уже всем доступны, примерно в час ночи по Москве, может быть в 2, смотря сколько объемную скидку будут начислять. И вот артикул 32-36 о парфюмерной воды Викинг 100 миллилитров и артикул 30-58 о парфюмерной воды Валькирия. Очень достойная пара. Вот это, наверное, самая для меня почему-то крутая новинка. Может быть, потому что я подкана ароматы, но мне очень нравится этот аромат. Прям очень.